Всех приветствую на своем YouTube и Яндекс каналах. За окном пятница, 20:00 на часах, и сегодня мы с вами будем подкармливать мандарин. Если посмотреть ролики на YouTube, то в видео, посвященном цитрусам, говорится, что для них нужен специальный грунт, специальные подкормки и даже специальные саженцы. Понятно, что все специально стоит очень дорого. Я вам могу сказать, что мандарин прекрасно растет в смеси торфа и компоста и просто обожает подкормку аммиачной селитрой. Напомню, что аммиачная селитра содержит 33% азота, а именно он нам и нужен для роста нашего подопечного. Цена у данного удобрения очень доступна – 60 рублей за 1 килограмм. Итак, приступаем к подкормке. Берем пол-литровый стакан, в него насыпаем щепотку аммиачной селитры и заливаем водой комнатной температуры без содержания хлора. Это очень важно, ибо хлор яд для всего живого. Аммиачная селитра отлично растворяется в воде комнатной температуры. Ее желтоватые гранулы придают воде желтоватый оттенок. Далее полностью заливаем емкость водой и опять размешиваем. Очень важно перед проведением любой подкормки слегонца полить подопытного, чтобы не сжечь последнему корни. Потом выливаем раствор аммиачной селитры. И, собственно, на этом процесс подкормки мандарина успешно завершен. Эту процедуру рекомендую проводить примерно раз в месяц. Но при определении сроков следует следить непосредственно за состоянием мандарина. Если у вас он пышет здоровьем и прекрасно развивается, то подкармливать ни к чему. А если видите признаки усталости, то аммиачная селитра как нельзя взбодрит ваш мандаринчик. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Увидимся теперь не только на YouTube, но и на Яндекс.Эфире. Всем пока и удачи!